Ребят, ну что, всем доброе утро. Какие-то странные личности. Доброе утро, народ. Какие-то странные личности, лохматые, с вездеходами. Там пытаются что-то сделать с вездеходами. Вот мы не знаем, это хозяева вездеходов или это какие-то хулиганы. Сейчас пойду проверю. Вдруг это хулиганы. Да. Если это хулиганы, то их надо будет побить. Если не хулиганы, побить не будем. Все просто. Ай-яй-яй-яй. Ты себя снимаешь? Снимаю, конечно. Слушай, да как вот мы вообще неделю так? Ладно, понял, добро. Как большой глаз. Да, вот будете под нашим пристальным оком. Вот такой, ребята, монстрик. Ну что, ребят, утро действительно доброе и даже обещает быть солнечным. Вот такая вот площадка сборов идет у нас. У нас даже есть настоящие корреспонденты, которые будут освещать наше мероприятие. Вот так вот готовится такая предпоходная суета. Мандража ни у кого нету. Михаил Юрьевич собирается он. Ну а подробно по вездеходам и прочим у нас будет время пройтись, показать, попробовать, посмотреть. Я вам обязательно все расскажу. Пошел я готовиться, сам не готов еще. Так, ребята, знакомство с знакомством, дела делами. Но о животе своем забывать нельзя. Мы приготовили чаек. Вернее, Мишаня вскипятил его, а я сейчас заварю наш торчок. Чтобы нам на день у нас вот такой двухлитровый термос теперь. Обеспечил нашу бодрость. Тайгер, да. Офигенно. Мы вот вчера проехали и сегодня попили еще горячий чаек. И 2 литра все-таки это объем хороший. Неожиданно приятно горячо с утра там было. Чайку. Мишанька, он делает себе эти самые, да, я снаряжаю навеску. Я взял, ну, решили вот так вот сделать это, то, что мы на копе ходим, в каких штуках, так же и вот здесь будет термосел висеть, там, если будут комары, сумочка какая-то для мелочей, нож. Я взял с собой левую и переделал ее на правую. Да что-то происходит серьезное. Производитель лесника что-то прячет в нем. Наверное, мотор. Спиртное. Турбовинтовой здесь от Ми-8 мотор поставили. Он говорит, еще полетит. Елки-палки, что-то прячут, что-то прячут. Вот, мы будем в этом журнале. Так что нас еще не только смотреть можно, еще и читать можно будет. Кто может. Ну что, господа, узнаете эту машинку? Да-да, это Вепский лес. Ну что, ребятки, вот пытаемся сейчас... Ребят, мы сейчас будем тестировать этот клей в жестких, самых каких возможно только думать условиях. Мы возьмем кусок... Латки. Вот представим, камеры, что у нас колесо, да, пробито. И нет, приклеим латку. Давайте не будем представлять, даже представлять не будем этого. Просто возьмем, приклеим. Надо нанести его. И на 10 секунд прижать. Что, колесо пробили? Нет, мы тестируем клей. А. Вот клей долго не высыхает. Пока не прижмешь, он не высохнет. Много ты прижмешь. Так, кашу масло не испортит. Так, ну и приклеиваем. Мы да, вот место, которое будет сгибаться хорошо. И прижать. Посмотрим, что будет к концу путешествия. Ну, наподобие клея момента тоже, да? Тут кусочки от недомаза. Недомажем кусочек. Почему такая, ребят, получилась латка? Посмотрим, что с ней будет в конце путешествия. Отдай. Она у нас снаружи. Кстати, кусок резины остался на моей коже, поэтому да. И посмотрим, что станет с ним к концу путешествия. Вот. Надо еще подержать, прижать. Вот так вот. В общем, посмотрим. Если это выдержит все, значит, ну, вы это увидите. Если не выдержит, значит, не увидите. Мне кажется, все. Ой, слушай, он вообще намертво там прифигарился. Вот здесь капни. А прям капелюшку. Раз, крышечка у тебя упала под вездеход, Миша.
Ну все, в общем, процесс приклейки вот такой занимает минуту. И посмотрим, что с этой латкой будет к концу похода. У нас поход продолжительностью 300 километров, бездорожье и... Болото. Болот, да. И посмотрим, что с ним будет. Так, ребятки, мы поехали на заправку. Случилось? На вас ждем. А, вы на... Вчера вы нас отгоняете, мы замыкающими такая у нас, ребята, колонна идет. Ну как? Вот. Первые километры. Стремительно у вас машина. Пуля, да. Молодцы. Можно салончик поснимать? Да, о, ребята, автомобиль, да. Конечно. Комфорт вообще. Автомобиль. Да. Силоподъемники, все дела. Ой-ой-ой-ой-ой. А, подкачки нету, да? Нету. В смысле с выхлопной? Подкачка с выхлопной трубы. А, у вас есть, да? Накручиваешь шланг. А, все, я понял. Вот тут уже гитара у нас вовсю играет. На ходу на гитаре играет, да? Красавчик. На ходу играет, понял? Магнитолу какую надо возить. А ты магнитофон поставил. Друг, он так спать не давал. А, играл, да? Ой, о, не кусача? Не, нет, нормально. Я чуть-чуть поснимать вас. Конечно, без вопросов. Опа, привет, собака.
Ох, тут у вас, блин, елки-палки, место-то. Автобус. Ну да. Автобус повышенной проходимости. Наверное. Да. Сколько идет он? По скорости? По скорости, да. Ну так, 60 идет. 60 идет, да? Да, да, да. Угу. Я понял. Привет. Привет, собака, привет. Собака. Привет. Это штурмана место, да? С картами смотрю. Ладно, побегу дальше. Народ гуляет вообще по полной программе. Да? Да. Гудят, как паровозы, да? Как сигнал у тебя на тундре. Да. Так да, же гудели, да, да, всю ночь? Да. Так, мамыкловоз едет. Рассказывайте ваши впечатления о первых километрах. Нормально, едем по чуть-чуть. Все нормально, да? Да. А там машинки что-то встали, а нет, вот догоняют. Фрикцион регулирует. А, фрикцион регулирует, да. Я видел, что-то это попахивало. Что, блин? Ну что, Герасим, да? Ну как? Все, у нас лучше всех. Все, едем, да? Едем. Да, едем. Вот так, ребята, у нас очень много в этот раз гравийки. Пока и очень много вездеходов. Пока интересного ничего. Опа, попались. Высоко сижу, далеко гляжу. Да? Конечно. Молодцы. Вентилятор не выключен. Нормально? Ну что, почти 30 километров, да? Побольше. Побежали. Ну я попозже включу этот 35 трек. 35 где-то, да, там 34. Коротенькая остановка, и мы движемся дальше. Сколько в граммах? Кило 900. Миллион. Сколько там? Или сколько? 1 900 000 грамм. 1 900 000 грамм. А что случилось тут такое? Он решил объехать. Объехал, да? Свалился. Так, ну что, ГАИ будем вызывать? Конечно. Да. Ситуация серьезная. Надо вызывать ГАИ. Ребят, при таких коллективных съемках будет очень много запикивания. Как бы народ эмоции сдерживать не может. Я из последних сил держусь, да. Блин, такие ловушечки вот с такими клыками можно попасть. Деревце заходит. Деревце сюда заходит, залетает и не выйдет. Ну, ни туда, ни сюда. Я так один раз на воде попал. Баб за бампер заскочила, а на воде нету тяги. И так крутился, закрутился, пока не вырубили его нафиг. Миш, раз. Ой. Мог бы задом еще съехать. Такой же. О, достали. Ура! Ура! Вот она, взаимопомощь и взаимовыручка. Давайте еще, мало! Еще разок. Бис! Бис! Вообще не загружен вездеход этот тоже. Пустой практически идет. Там холодильник вон на 300 литров. Я вижу, что что-то там вылезти не может никак. А он застрял там. Застрял в пиве. Застрял в пиве. Да. Ну и наша, опять же, загрузка. У нас тоже многовато. Мы холодильник еще вот этот взяли. Поэтому как бы кажется, что много у нас. Сейчас всего. Еще 40 килограмм водички положим. Не-не-не, у нас некуда. У нас места нету.
Так, вот он, главный. Прячьтесь блогер, все. Главный блогер. Прячьтесь все. Кушайте. Сало, приятного аппетита. Сало нашего. Грибочки. Я еще попробую. Да? У меня там... уже кончается. А уже не уже кончается. Да, можно попробовать. Ёлки-палки, а. Самый примерный экипаж встает в 5 утра. Уже ложа готова, все, спят. Масло кипятят зачем-то. Сосиски варят. Кто-то тут командует. Это что у вас будет? Это будем тут спать. А, спальное место будет, да? Да. Два. Замечательно. Не запланировано. Даже два будет. Не запланировано, экстремальное, да? Да. Вездеход Лесник настолько универсален, что даже если у вас нет места хорошего поставить палатку, избы или палатки, то вы, ребята, можете здесь спать, в принципе. Да. На пердежном подогреве. Нет, у нас стоит и бершплёхи. Ух ты! Да, ух ты, ёлки-палки! Да, да, да. Здравствуйте! Здравствуйте. Ну что, мы ехали и приехали. Наконец-то да. Приехали. И наконец приехали мы. На первую стояночку прибыли. Да. Я думаю, следующие стояночки будут у нас живописней. Ну да, тут как около бы на краю болота. Вырубка, да. Конечно. Мы сегодня поздно выехали, поэтому. Да. Поэтому ночью решили в болото не лезть. Все верно. Вот так вот. Были бы мы одни, поперлись бы, а так не. Да нет, мы для первого дня вообще нормально все сделали. Да. Все у нас хорошо. Ну так, да, расслабончик. Да? А выдержите. О, ребят, сейчас будут макароны варить. В ведро макарон сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это трон. Вот это трон. А еще здесь будет, ребят, тепло. Мы сейчас с вебасты подадим сюда отопление. И будет вообще офигительно. Ну все, что я могу сказать? Да? Храпи не хочу. Ха-ха, на ужин, блин, жаркое из свинины. Пробуем. Решили наши консервы поэкономить. Ну, разогреваем также на баньке. Поставили вот такой шатер с подогревом. От вебасты от нашей греется. В общем, будет здорово спать. А спать уже хочется вообще очень сильно. Ехать просто подустали. Ничего не случается. Просто едешь. 100 километров по дороге. Тяжко. Ну что, ребят, мы добрались до края болота. Сегодня мы прошли 100 километров по грунтовым дорогам. Ничего интересного не было. На встречу попадались УАЗики и прочие машины. Даже были легковушки. Ну, в смысле, такие обычные машинки. Вот. Почему мы поехали 100 километров по этим дорогам? Все очень просто. Если бы мы сюда на прицепах привезли машины, во-первых, это было бы тяжело, гораздо дольше. И, во-вторых, по завершению маршрута, по
после обхода Кожозера нам бы пришлось сюда ехать на вездеходах, также 100 километров. Но эти 100 километров ехать уже просто уставшими, а ничего интересного здесь не происходит. Вот. И потом на машинах обратно 100 километров выбираться из этой задницы. Так что самое оптимальное это было проехать сюда. На что мы потратили этот день сегодняшний. Мишка уже вон курлыкнуть не может. Видите, даже руку не поднимает. Он вообще не в состоянии ничего делать. Ну, неудивительно, мы за эти двое суток спали, наверное, я... А, спали, блин. Это я, наверное, часов 8 спал за двое суток эти. А Мишка-то поспал, пока сюда ехал. Ехали мы сюда 17 часов на машине. В пробках постояли и в Ярославле, и в Вологде. Как бы это сильно задерживает, так что лучше, если кто-то в эту сторону едет, то лучше это все проходить ночью, эти города. Потому что городов много, и везде пробки на объездных. Очень большой трафик фур идет. Вот. Ну, сейчас мы на краю болота стоим и отсюда уже стартуем. Самое интересное только-только начинается. То, ради чего мы сюда ехали. Посмотреть Кожозеро. В общем, надеюсь, завтра все будет хорошо. Завтра у нас 50 километров плеча по болотам. Вот. И если мы хотим успеть ночевать на озере уже, а не в болотах, то нам надо выехать будет в 6 утра. Вот так же он делал всю дорогу, ребят. Нам надо будет выехать в 6 утра и успеть попасть на озеро, где уже будет стоять лагерь. Постоянно, откуда мы уже будем делать там, ну, ездить кто куда хочет. Кто на рыбалку, кто на копалку, кто на просто водопады там посетить, еще что-то. Копалки у нас не будет, все остальное мы постараемся захватить и все вам показать. Так что смотрите следующую серию, будет интересно. Все, ребят, пока. Вставать через буквально 6 часов. Когда я высплюсь. Но если я сегодня просплю 6 часов, это будет за трое суток, это будет самое большое время моего сна. Просто устал. Заберите меня домой кто-нибудь. Пожалуйста. Заберите. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.